В связи с увеличением темпов заболеваемости коронавирусом в регионе глава Чувашии Олег Николаев внес изменения в работу заведений общественного питания. С июля там начнут действовать официальные зоны, свободные от COVID-19. Для получения статуса необходимо оформить заявление на сайте Министерства экономического развития Республики. Специально для этих целей создана платформа, где размещены обязательные для заполнения формы. Процедура простая и понятная, и не займет много времени. Рестораны, кафе и другие предприятия общественного питания, прошедшие проверку Минэкономразвития Чувашии, получат статус свободной от COVID-19 зоны. Вакцинацию сотрудников предприятия общепита должны завершить не позднее 20 июля. Допуск в кафе, в рестораны будет возможен в COVID-free зоны только по QR-кодам. QR-код поступает на портал госуслуг. У каждого человека, если он прошел два этапа вакцинации в любом мобильном устройстве с доступом в ЕПГУ, в госуслуги, будет QR-код. Соответственно, кафе и рестораны должны будут проверять, обеспечить проверку наличие QR-кода по посетителям, в случае отсутствия, не допускать этих людей до возможности посетить этот кафе-ресторан.